Приветствую всех на канале, с вами Серега, легендарная беговая модель родом из 95-х годов вернулась на улицы в новом обличии и готова защитить ноги даже в холодную погоду. Рассмотрим новую модификацию классических мужских кроссовок, которые стали стильными ботинками. Nike Air Max 95 Sneaker Bot. Популярная линейка обуви, которая регулярно пополняется новыми расцветками. В качестве основного материала верха используется комбинация качественной кожи, из которой выполнен носок и каркас верха с водостойким покрытием, которое обеспечивает мягкость всей конструкции и хороший воздухообмен, что не позволяет ногам вспотеть при длительной носке. Высокая голень защищает от случайного попадания воды внутрь, а надежная шнуровка обеспечивает плотную фиксацию стопы. Также на кроссовке присутствует молния. Вот. Значит, кроссовки можно носить как комбинированно, молния со шнурками, так и отдельно. Либо шнурки, либо молния без шнурков. Но рекомендую все-таки людям со средним подъемом стопы, так как с высокой стопой может молния просто не застегнуться. Она слишком плотно облегает ногу. Также высокий язычок обеспечивает дополнительную защиту голеностопного сустава, что убережет его от травм в ненастную погоду. В Air Max 95 Sneaker Bot полностью сохранился классический силуэт кроссовок. Рефлективная ставка на заднике стала более крупная, что позволит оставаться замеченным на дороге в темное время суток. Внутренняя часть состоит из неопрена, это разновидность синтетического каучука, водонепроницаемый и эластичный материал. Применяется он также в гидрокостюмах, в водолазном деле и подводном плавании. Стелька в данных кроссовках очень такая интересная. Вот. Стелька у нас теплоотражающая, обеспечивает тепло. Амортизация, как и в 95-х Air Max, на высшем уровне. Блок в зоне пятки и передней части снижает ударные нагрузки, что обеспечивает максимальный комфорт, даже при интенсивной эксплуатации. Промежуточная подошва из пеноматериала, которая обеспечивает также амортизацию. За устойчивость и сцепление с различными поверхностями отвечает агрессивный протектор, особенно пластиковая вставка в середине ботинка. Носить рекомендую осень, весна, зима. Но
Зима, скорее всего, я не думаю, что 30 градусов мороза они спасут. Не уверен, навряд ли. Вот. Ну, градусов может быть до минус 20. В них, я думаю, будет комфортно ходить, бегать и даже заниматься спортом. Вот. Ценовая категория 14 тысяч рублей. Рассветок в данной модели не так еще много, но они есть. Вот. В принципе, идеальная для нашей погоды расцветка, это, конечно, полностью черная. Вот. Кроссовки, ботинки, также кроссовки, ботинки. Вот. Силуэт как бы понятно, кроссовочный, но они уже идут как ботинки. Вот. Они хорошо моются, вот. Очень легко. Вот. Отличная обувь. Просто такая конкретная, стильная, красивая обувь. Носите качественную обувь. Ноги должны тоже, как говорится, быть в комфорте. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.